Так, короче, купил я звуковые сигналы GMP. Вот, я их вообще случайно нашел. Честно сказать, я не знаю даже, как они по-настоящему называются. Вот, ссылку на них я, наверное, скину в описании, если, конечно, найду. Вот, они выглядят вот так вот. Такие улиточки, короче. Они идут в паре. Вот. Так, я их взял за 490 рублей. Да, дешево, согласен. Я думаю, это одна штука стоит. Ну, блин, гудят вообще достойно, мне понравилось. Короче, я поставлю, послушаем, как они работают, как они ходят, как они зимой себя слушают, ну и так далее, тому подобное. Вот так вот. Буду менять вот этот вот музыкальный инструмент. Вот к нему идут два компрессора, плюс две релюшки, чтобы оно работало, запиталось, получается, там плюс-минус на аккумулятор, короче, и вот штатный, где-то тут идет, короче, провод на звуковой сигнал. Ну вот, есть одно но. Так как машину эксплуатирую на севере, эксплуатирую... Что это за слово? Дудка замерзает. Вот прям вообще мороз, даже минус 10, хотя бы это все. Такие вот дела. Вот это, короче, колхоз, вот это так на... О. Заебись. Че ж, погнали, будем менять. Так, ну что ж, я собрал, ну как-то так получилось, проводов много лишних, это вообще реле какая-то, ну не та. Так, в принципе, довольно-таки аккуратно. Пиздишь, как дышишь. Да, ладно, не суть. Схему, как я это все ставил, я скину или в описание, да. Пизда. Хорошо, но надо же проверить, работают они или нет. Не, нихуя. О, нормально. Так, у нас вот все готово. Все нормально, все путем, все хорошо. Короче, сейчас послушаем, как оно гудит. И, ну так, издалека, может, камера что-нибудь хоть передаст.